Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляет прогноз погоды на 16 июня. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. По республике в ближайшие сутки ожидается неустойчиво. В дневные часы теплая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 5-10, по северо-востоку до плюс 1, днем плюс 20-25. По центральным районам ночью плюс 11-16, днем плюс 21-26. По южным районам ночью плюс 11-16, днем плюс 23-28. В столице Бурятии без осадков, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью плюс 14-16, максимальная днем плюс 24-26. Атмосферное давление существенно не изменится и будут колебаться в пределах 712 миллиметров ртутного столба. В 1966 году председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин подписал протокол об участии итальянского концерна Fiat в строительстве автомобильного завода в СССР. Вскоре легковые автомобили марки ВАЗ стали самыми популярными в стране. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. Одна легендарная копейка чего стоит? А были еще восьмерка, девятка. Зубило в простонародье.